Всем привет! 7 сентября сегодня. Вот пришел продолжать стройку. Сегодня выходной. Вот он я. Так что будем работать. Сначала надо поднять вот этот угол. Немножко он тут кажется, что подсел. Вот. Ну и потом дальше будем следующий ряд делать. Вот в августе 4 ряда у меня сделано. И надо продолжать. Жара сегодня летняя. В тени где-то градусов 25. Ветер, поэтому нормально работать можно. Засуха у нас уже. Не знаю, когда последний дождь был. Наверное, в начале июля. В августе там что-то капало, но это ерунда. Вот. Поэтому все высохло, вон все серое поле. Никакой зелени, уже ничего не видно. Ну, в общем, вот, будем работать. Так, вот сейчас будем поднимать угол. И ставить вон такую буквально сантиметр толщиной. Давай. Ну и все, в принципе, ладно. Меряем бревно. Пятый ряд. Вот это. Здесь я так засверлил. Запилил, то есть. Еще немножко надо будет. Еще вот здесь подровнять. Что-то я забыл про нее. Здесь сейчас отчеркнем, где и сколько отпилить. В какой плоскости. Чтобы оно не гуляло. И все. Ну, тут это быстро сделается. Сегодня надо быстро работать. Иначе у нас до ноября времени мало. А потом снега. Все, бревно подготовили. Сейчас промазать отработкой старым маслом. Небольшой сучок был. Подрезали. Потом мох укладывать. Все. Делаем без паза. Да, в принципе, он и не нужен. Нам тут не жить никому. Просто рыбачить. Что вот я тут не подравнивал еще, может, и не буду. Где-то минут 15 на бревно потратили. Ну, сейчас пока закреплять еще. Здесь гвоздями 200-ми пробить эти бревна. Ну, здесь-то пока не надо, потому что здесь надо следующее бревно мерить. Может, чуть-чуть подрубать придется. А здесь сейчас уже можно гвоздем пробивать. 200-й гвоздь, в принципе, он. Но до этого не дойдет, наверное. Этого не дойдет, но если вот здесь чуть-чуть засверлиться, то можно насквозь дойти и прям до этого бревна. Так вот. Так, ну вот, получается, вбил. Чуть-чуть заглубился, ну где-то вот так. Ну то есть, да, за это бревно заходит. Вот тут какая дырка. И вот там внутри гвоздь. Все, маслом промазано. Сейчас надо укладывать мох. Ветер мешает. Так, следующее бревно, короткое, укладываем мох. Пришлось немножко подрезать тут, что-то типа паза получилось, но не совсем. Здесь все приколотил, тоже тут пробил, уже все сделал. Сейчас следующее вот это бревно. Вот так вот это выглядит, пятое бревно. Вот так вот, тут сейчас еще одно сделаем, вот это. Там размер где-то 90, здесь 130. Ну и серединка тут, сколько она, 80 сантиметров примерно. Потом еще выпилится. То есть дверь у нас не посередине будет, а чуть ближе к тому краю. Так, ставим следующее бревно. Здесь предварительно запилил. Еще тут сантиметр, чуть больше. Здесь немножко выровнять. Так. Ага, здесь. Мне его обратно скинуть. Не так ровно сейчас. Нормально, сейчас тут подрежем, да и все. Тут у меня еще дырка сделана. Гвоздем пробить. Ну вот, еще одно бревно готово. Все тут. Пришлось тут даже щепкой мох прижать. Я уже показывал на канале такую конструкцию. Вот такая опять проблема получилась, что это бревно, оно такое кривое. Это-то ровное было, а вот это-то оно кривое. И вот тут такая хрень получилась. Тут еще мох потом утыкать. Тут сейчас чуть-чуть видна щель. Это затыкается. А вот тут вообще все плотно. И вот получается 5 бревен уже в этой стенке есть. В этой пока 4. Ну-ка, по доске, если смотреть,
Вроде даже ровно все. Может быть, чуть-чуть вот эти бревна повыше. Сейчас вот буду выпиливать 130 сантиметров вот из этого. Думал, оно гнилое, но оно очень крепкое. Пила вообще плохо идет. Те пилил, там пила легче шла. Здесь побольше гнили. Да, вот я говорю, гнилое. Здесь, да, гниловато немножко. Угу. Но это самый край тут. Вот другое бревно возьмем. Здесь чуть-чуть гниль. Вот в этом месте пила легко шла. И вот здесь. А тут крепкая. В принципе, все равно здесь часть еще у нас срежется, сколется. Или вот эта часть, ну посмотрим. Так что вот так вот работаем. Где-то часа, наверное, два уже прошло у нас, может чуть меньше. Первое бревно как-то быстро, а потом уже не очень быстро. Еще с перерывами. Так что вот, работаем. Ну вот, пятое бревно положили. Видно, что здесь чуть выше, чем вот здесь. Но это уже будем выравнивать уже потом, когда сплошные бревна пойдут. Ну, вот это бревно тоже быстро получилось. Сразу все подошло. Укладываем мох. И все, и тут будет 5 рядов тоже. Вот так вот. Ну вот, конец рабочего дня. 5 бревен готово. Уже там для 6-го еще подготовили все. Вот здесь. Все, здесь только бревно положить. Уже гвозди забиты. Все, тут уже это сделано. И что-то уже поднадоело. Вот так вот. Вот такой вот день на стройке. Всем пока.